Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я вам покажу, как устранить проблему с программкой GUIminer. Вот, ошибочка у нас не обнаружена. OpenCell устройство. Для устранения этой проблемы нужно скачать с официального сайта видеокарты драйвер и установить его. Сейчас скачаю, у нас видеокарта NVIDIA. Принять и скачать. Вот такой драйверок мы нашли. Самый новый. Загрузил уже я его. И сейчас запустим установочку. Окей. После установки эта проблема должна исчезнуть. Сейчас нужно будет нажать кнопочку «Далее». Принять. Принимаю. Продолжить. Далее. Я пошла установка. Я хочу нажму паузу, чтобы вас не задерживать. Вот, кстати, еще один компонент, необходимый для работы с программкой GUIminer. Microsoft Net Framework. В процессе установки драйвера пошла автоматическая скачка этого драйвера. Она установит это дополнение также. Драйвер установился. Сейчас попробуем. Увидим, какой будет результат. Позже. Так, закрываем и открываем повторно GUIminer. Ошибка осталась, но мы не перезагружали систему. Сейчас я перезагружу Windows и все должно устраниться. Закрыть пуск. Завершение перезагрузка. Смотрим, оказывается, драйвер видеокарты идет с знаком питания. Занимаюсь установкой драйвера, после чего программка запустится. Драйвер установлен. Сейчас попробуем запустить программу. Загружаем еще раз. Устанавливаю автоматический драйвер. Может это устранить проблему. К сожалению, драйвер не могу так установить. Ошибка остается. Пока не решим проблему с драйвером, система работать не будет.